Мы с вами знаем огромное количество методов работы. И мы с вами точно знаем, что в современном мире у нас что увеличивается? Скорость увеличивается, количество информации увеличивается. Увеличиваются и постоянно поступают новые, и не раз у новых идей происходит. И вчера была спорная тема насчет креатива, да? Сколько нужно новых методов, как их осваивать и многое другое. И с одной из креативных тем, с одной из современных тем, с одной из интереснейших тем, которые, думаю, будет полезно освоить каждому с уже наработанными методами, статистикой, сегодня для вас выступит старший директор компании «Фаберли» Курячая Татьяна со своей темой. Встречайте! А потом я поделюсь небольшим количеством своего опыта, который приобрела именно благодаря этой теме. Потому что у нас с детьми родился определенный проект, и сегодня я буду с вами им делиться. Это специальный логотип, который разрабатывали для меня. Интернет – что это? Деградация человечества или новая ступень ведения бизнеса и коммуникации? Сегодня я решила затронуть такую актуальную тему, как интернет. Созданием интернета, сети, человечество совершило огромный скачок в своем развитии. И, можно сказать, вступило в новую информационную эру. Общий объем информации, сгенерированный человечеством в 2008 году, превысил 4 экзобайта. Что превышает общий объем на предыдущие 5000 лет. Новое поколение довольно легко приспосабливается к таким скоростям развития технологий и огромному потоку информации. К сожалению, большое количество людей, рожденных далеко за чертой развития компьютерных технологий, интернета, мягко сказать, отстают от молодежи, потому что практически молодежь сейчас именно находится в интернете, и я столкнулась с тем, что огромное количество людей не просто не имеют компьютера, но они даже представления не имеют, что такое интернет, они представления не имеют, что есть удивительные, большие и очень интересные и эффективные программы. И главная причина этого в том, что многие просто не видят перспективы бизнеса, деятельности в интернете и, следовательно, этому не учатся. Давайте посмотрим на такие интересные статистики. Чтобы достичь общего количества пользователей, 50 миллионов человек радио потребовалось 38 лет, телевидению 13 лет, интернету же всего 4 года. А вы знаете, что 96% людей, рожденных в новом веке, состоит в социальных сетях. Многие думают, что это просто развлечение, но я считаю, что это фундаментальный прорыв в коммуникации и ведении бизнеса. По статистике, уже 78% потребителей доверяют рекомендациям в социальных сетях, и только 14% доверяют рекламе. И лишь 18% телерекламы окупается, потому что вкладываются огромные деньги, но не всегда реклама дает того результата, который на самом деле приносит, хотелось бы принести. Вы, наверное, заметили, что компания не выкладывает большое количество денег в рекламу, потому что на самом деле именно мы являемся той рекламой, того продукта, той компании, того удивительного мира, который мы преподносим людям. Такая социальная сеть, как Facebook, собрала более 2 миллионов пользователей всего за год. Если бы Facebook был страной, он являлся бы третьей страной по количеству населения после Китая и Индии, так как количество его пользователей составило более 1 миллиарда людей. Ежедневно на Фейсбуке производится 60 миллионов изменений статусов. Мы больше не ищем новости, они сами нас находят. Скоро мы не будем искать товары и услуги, они нас найдут через социальные сети.
Многие скажут, что это статистика развитых стран Европы, Америки, и что Россия до этого еще недалеко. Тогда давайте посмотрим, как обстоит дело в России. Каждый месяц интернетом пользуется больше половины совершеннолетнего населения. Это порядка 58 миллионов человек. 76% из них заходят в виртуальное пространство каждый день. И эти показатели будут постоянно расти. Число пользователей русскоязычного сегмента социальных сетей выросло до 300 миллионов пользователей. Все больше потребителей доверяют рекомендациям из соцсетей и блогов. Так какие же соцсети лучше всего использовать для продвижения своего бизнеса? ВКонтакте – это ведущая социальная сеть Рунета. Количество пользователей достигло 250 миллионов. Каждый день на сайт заходит более 48 миллионов ежедневно человек. Сервис «Одноклассники» предоставляет возможности фокусировки рекламного видео не более чем 205 миллионов человек. 40 миллионов человек могут увидеть ваше рекламное видео в соцсети «Мой мир». В настоящий момент 7 миллионов россиян зарегистрировано в Фейсбуке, и эта цифра быстро растет. Здесь немножко добавлю, у меня ушел год на анализ именно соцсетей. «Одноклассники» — это больше направление общения, и там возрастная категория от 25 и выше. Там очень хорошо работают разнорекламные ролики, привлечение на интерес, на эмоции. У меня очень хорошо работает, когда я выкладываю позитивные картинки с котами, с кошками, с любовью, с детьми. Вот эта реакция идет у людей, и у меня на это именно пришло за 2 месяца 900 человек в дружбу. В Фейсбуке это более направленность Европы, это направление больше бизнеса, и если научиться работать именно в Фейсбуке, то тогда вы сможете именно продвигать свое направление, но там нужно больше профессионализм поддерживать. Там разное количество, возрастная категория огромна. Фейсбук, но зато Фейсбук может вас вывести на другие страны, это очень хорошо работает. Там очень интересно работать, когда вы выкладываете какой-то слайд или какую-то фотографию и делать описание. То есть, когда вы просматриваете, там очень хорошо это видно и очень хорошо это работает. Но «Контакт» в настоящий момент – это тот сайт, это та возможность, где все технологии очень быстро и очень легко помогают продвинуть тот бизнес, то ваше понимание, ту вашу миссию. И не надо быть, как говорится, 7 пядей во лбу, очень быстро можно научиться работать ВКонтакте. ВКонтакт – это как раз та молодежь, и та молодежь, которым «за», я называю таких дам и мужчин, но молодежь духовная. То есть душой те, кто молоды, в основном приходят ВКонтакт. В моем мире это больше общение, движение, но там количественное вот в процентовке – мало, и народ там больше, ну как так, общается, развлекается. То есть мой мир практически не работает в том направлении, чтобы действительно продвигать бизнес. Там действительно нужно создавать группы, и тогда только работают группы. По статистике, компании, активно использующие социальные сети, увеличили свою прибыль на 18%. Запоминаемость вашего продукта увеличивается на 30%, если о нем упоминается в социальных сетях. И это только соцсети. По прогнозам экспертов, к 2020 году интернет будет обслуживать более половины российской экономики. Поэтому интернет-экономика нашей страны имеет все шансы стать самой большой в мире. В ближайшем будущем вся эта статистика будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Билл Гейтс как-то сказал, в будущем на рынке останется 2 вида компаний. Те, кто в интернете, и те, кто вышел в бизнес, из бизнеса. Так вот, это безграничные возможности по поиску клиентов, создание новых способов уникальной рекламы и новых видов работы, как с клиентами, так и с партнерами, во всех уголках земного шара.
С появлением интернета появилась возможность выбирать для себя лучших учителей, обучаться у них онлайн, не отходя от своего компьютера. Департамент образования США обнародовал данные о том, что студенты, обучающиеся онлайн, качественно превосходят студентов стационарно. Развитие страны Европы также обучаются у экранов своих компьютеров, и сейчас Россия движется в этом направлении. Расскажу немного о том, чем я занимаюсь сейчас. Во-первых, это мой любимый сетевой бизнес. Я без него никуда. И я, когда Алексей Геннадьевич Нечаев сказал, что у него прописаны планы до 2045 года, я посчитала, что мне будет 80 с лишним лет. Я сказала, какая прелесть. Значит, я в компании на всю жизнь. Я веду деятельность свою. Во-вторых, я являюсь руководителем двух представительств города Миасса Челябинской области, которые успешно набирают свои обороты. Ну и, наконец, то направление, которому я стала уделять очень много времени последние несколько месяцев. Многие меня потеряли, но надо было вложить действительно вложение времени, ресурсов. Это было необходимо, иначе бы это не сработало. Я стала уделять много времени, это обучение, так как являюсь сертифицированным бизнес-тренером нашей любимой компании. За последние 10 лет своей карьеры я обучалась у лучших экспертов, прошла сотни тренингов и семинаров. За это время я стала профессионалом в различных направлениях, накопила огромный багаж знаний и опыта. Я просто начала делиться своими знаниями не только со своими консультантами, но и с консультантами других структур. Я стала помогать консультантам ФБРИК в социальных сетях, давать бесплатные консультации всем, кто в этом нуждается. Но со временем, знаете как, я поняла, что у меня очень много времени уходит на каждого человека. А вопросы практически у всех одинаковые. Причем бывают такие вопросы настолько простые, например, через сколько ждать смс-ку, когда зарегистрировал человека и когда код подтверждения. Потом пошли такие вопросы, например, скажите, пожалуйста, а как открыть правильно каталог офлайн? То есть были такие вопросы, на которые я поняла, что бедные консультанты, они просто-напросто брошены своим наставникам. То есть вот их привели в компанию, дали каталог и сказали, идите работайте. А на самом деле им намного больше нужно. И вот тогда совместно с моими сыновьями мы решили создать группу бесплатной помощи ВКонтакте Faberlic Help. Я помню, когда у нас была телеконференция, Ирина Валентиновна попросила, пожалуйста, лидеры, придумайте что-нибудь такое, но помогите нам. Наши менеджеры выполняют не свою работу, а ответы вот на такие вопросы, на которые должен отвечать наставник. Я когда задала вопрос детям своим, я мама троих детей, для тех, кто не знает, близнецов, им 22 года и живут они в Америке. Мы общаемся онлайн с ними, огромные технологии, возможности. И дети сказали, ну, проблема, надо, сделаем. Они придумали логотип, я вам потом покажу, и некоторые уже находятся как раз в этой сети, Faberlic Help, и там на самом деле я стала переносить вопросы туда людей, и начала отвечать. Некоторые лидеры уже включились в эту группу, и они начали помогать мне отвечать вместе со мной, с моими детьми на вопросы консультантов. Потому что вопросы есть, знаете какие? Сколько листовок раздать, чтобы был результат? А какие методики работают, а какие не работают? А вообще, какие бывают методики? А где купить стойку? Представляете, вот такие вопросы. И именно вот эта группа, она буквально за меньше чем за месяц собрала 430 человек, по-моему, у нас в группе. И люди уже начали сами добавляться и начали участвовать. Я потом вам раздам визитки, и я попрошу, чтобы вы присоединялись, потому что, понимаете, у меня за последнее время уходит очень много времени именно на ответы вопросам другим людям, другим консультантам. Я понимаю, что если, может быть, вот сейчас не я, то кто тогда? Но с другой стороны, каждый лидер, он ведь заинтересован в развитии компании. Он ведь заинтересован в лояльности отношения к компании. Почему Oriflame и Avon не лояльны? Почему многие люди приобретают продукт именно этих компаний? Может быть, мы виноваты с вами? Может быть, мы не додаем своим людям, не объясняем, насколько уникальная компания Faberlic? Может быть, есть такая у них удивительная возможность
сделать так, что вместе мы сильнее двинуться и помочь друг другу. И тогда каждому из нас будет проще приходить с каталогом к клиенту, и клиент уже будет понимать, что Фаберлик – это шикарная компания, это удивительный мир, куда будут рваться. Но ведь только от нас это зависит. Мы создали эту группу, предназначенную для совместного продвижения и роста взаимопомощи, обмена опытом и знаний. В этой группе любой консультант может задать свой вопрос и получить ответ не только от меня, но и от любого участника сообщества. Приглашаю всех, кому это интересно, именно в группу www.vk.com/faberlic-help. Я вам ее сейчас покажу. Вот так вот она выглядит. Вот этот логотип специально разрабатывали для нас, для этой группы. В этой группе есть темы, в которых общаются очень хорошо люди. Есть 78 сейчас аудиозаписей. Там есть и Билл Гейтс, там и есть... Ну там еще, знаете как, вот для тех, кто ездит на машине и который не умеет, например, вот некогда ему читать, то он может наушники, пожалуйста, в ушки и слушайте, думаю, и богатее, и все остальное. Тут огромное количество разной полезной информации, тут есть, видите, вот ответы уже пошли. Люди общаются, я, например, здесь про мини-каталоги выложила презентацию, которую нам давали много-много-много лет назад Евгения Демидова, и на самом деле, как это хорошо работает. То есть вот здесь вот можно общаться, слушать музыку, важную информацию, новости от компании я тоже сюда выкладываю. Есть здесь тема синемология, то есть когда могут посмотреть фильмы и, например, взять соцопросники делаю. Вы знаете, когда я начала создавать в этой группе соцопросы, такой анализ удивительный, я была поражена, что у нас или приглашают в бизнес максимальное количество людей, или на скидку. Там на продажи мало, то есть на продвижение ценностей мало, практически. То есть вот эти соцопросы, они дают возможность мне понять вообще, какой продукт лучше приобретается, возможность дать компании посмотреть, что вообще лучше, то есть присоединяйтесь. Сейчас я закрою это, и следующее мы двинемся. Также мы разработали блог, для меня был создан блог, где я постоянно пишу интересные статьи и делюсь своими опытом. Вот ссылка на него, сейчас я вам его немножечко покажу. У вас у каждого будет, в конце можете подойти, у вас будет визитка, ссылочка на этот блог. Блог специально разрабатывали мои дети, они являются моими продюсерами. Вот так выглядит блог. Они специально делали фотосессию для меня. Здесь и статьи, здесь и мое обучение, здесь и возможность выхода и на школу развития человека, и на любую страничку, где есть. Здесь есть моя история. Здесь есть бизнес Фаберлик. То есть именно где, что, как, тут он сейчас запускается. Здесь есть и обучение, есть отзывы, здесь есть контакты. Постоянно это будет пополняться разными статьями. То есть это очень интересный, в принципе, блог, который я создала для себя и для тех людей, кому интересно двигаться именно со мной. Я его закрываю. Также на блоге вы можете подписаться на мою рассылку и получить бесплатный видеокурс «Двинься с мертвой точки, начни действовать». Там 5 роликов, в котором я рассказываю пошаговую стратегию, как начать правильно мыслить и действовать в направлении вашего успеха. Вот ссылка на страницу, я вам ее показала. Также для тех, кто жаждет моих глубоких знаний, мы находимся в процессе создания очень мощного видеокурса из новичка в MLM-лидера за 3 периода. Это сопровождение, то есть как взять с нуля и двинуться дальше. Я не буду углубляться и описывать его сейчас, могу только сказать, что уже снято 6 часов – это бонусы, и 11 часов – это полностью весь курс. Это очень большая работа, потому что один ролик, естественно, ты не встаешь и просто, например, начинаешь говорить. Я могу сказать, что благодаря вот именно вот этому курсу, мало того, что я научилась правильно говорить, мало того, что я научилась правильно стоять перед камерой, потому что это была проблема, я увидела те ошибки, которые я совершаю,
на которые мне нужно обратить внимание. Я увидела очень много для себя, но самое важное, когда я создавала один из бонусов 4 типа лидерства, и последний тип лидерства – это как раз серебра до рубина и от бриллианта и выше. Представляете, я в квалификации старшего директора прописывала функционал этих драгоценных директоров, их цели, их задачи, какими трудностями они сталкиваются. Я в бешенстве звонила Свете Заварухиной, она была в Москве, не отвечает. Я Демидовой пишу, она говорит, я тоже в Москве. Я повисла на несколько часов. Но я так благодарна тому, что я этого создавала, потому что у меня такой произошел инсайт. Как мы можем двинуться дальше? Как мы можем вообще замыслить какую-то квалификацию и выйти на нее, если мы хотя бы даже не понимаем, что они там делают? Может быть, как вот для меня это было открытие. Я начала вдруг понимать, что такое драгоценный директор. И если я туда сделаю эти шаги, я начну двигаться, я прекрасно понимаю, что может со мной произойти. Может быть, это вообще все быстро, очень четко, просто технически мы выйдем, но мышление именно драгоценного директора, его нужно приобретать, его нужно отрабатывать, но нужно туда делать заход. А представляете, когда мы начинаем говорить со своими консультантами, а это первый тип лидерства, когда они совсем еще юные, только пришли, ничего не знают, и мы начинаем им говорить про директорство, и не объясняем, что такое функционал, какие цели, какие трудности. Мы не делаем продвижку туда, то представляете, какой момент происходит с консультантом, когда он достигает квалификации директора, и понять, есть такие, кто открыл квалификацию и не понял, ну и что? Есть такие? Было такое? То есть вот шаг сделан, 3000 баллов, а дальше что? И многие начинают повисать на этом. А может быть, он как раз не прописывал, не продвигал, что там дальше? Может быть, если бы он заранее об этом подумал, помыслил, может быть, уже тогда он смог бы. Но это я вот немножко углубилась, прошу прощения. И вот как раз эта ссылочка, мы ее рассмотрим позже. Можно включить свет, пока это пусть все останется. Дальше. В последнее время люди из моего окружения стали задавать мне такие вопросы. Зачем ты тратишь на это столько времени? Зачем тебе это нужно, ведь у тебя и так столько обязательств? Так вот, есть такой духовный закон. Чтобы получить новой, чтобы больше получать новой энергии, знаний, нужно больше отдавать. И я чувствую, что предназначенное для чего-то большего, чем просто бизнес. Потому что бизнес – это шаги, это методика, это технологии. Но внутри меня есть другие направления, это миссия, которую я несу, то, о чем говорила сегодня Антонина. Я благодарна, потому что на самом деле нам столько времени говорили про миссию, и очень многие не могут найти свою миссию. Именно моя миссия – помогать людям, именно моя миссия – помочь людям стать счастливыми. Потому что если большее количество людей будет вокруг меня счастливыми, то, знаете, это не то, что вот я смогла, а это будет немножко другой подход. Тогда, значит, я буду спокойна за моих детей, за моих внуков, которые будут жить в этом мире, счастливых людей, а не в тех, в том мире, который, где идет деградация. По роду своей деятельности я столкнулась с очень грустной статистикой, о чем я вам говорила, что многие консультанты брошены своими наставниками. Основное количество из них не имеют возможности посещать крупные мероприятия и серьезные тренинги, так как стоимость таких тренингов им не по карману. Да и выезд в другие города у многих, ну, это проблематично. У вас может возникнуть такой вопрос, как же это связано с темой интернета, которую я сегодня затронула. И вот я задалась целью, то, о чем я вам рассказывала. Очень скоро мы намерены создать большой проект по онлайн-обучению с сыновьями, наших консультантов, где будут делиться опытом лучшие бизнес-тренеры. И каждый сможет. Представляете, Евгений Арбачаев к нам приехал, и Антонина сегодня приехала. А у нас есть такое желание продвинуть в компанию такой проект, когда мы сможем, например, Антонина сидит у себя дома, получает удовольствие, делится удовольствием не только со своими консультантами, но и помогает, взаимодействует. И в ответ могут взаимодействовать другие крупные лидеры, как Заварухины, как Аркена Арбачаев. То есть мы планируем выход именно на топ-лидеров и предложение им вот таких технологий. То есть сейчас
покупается специальная программа, дорогая, через которую будет возможно, например, многие просят у меня школу по парфюму. Я не могу съездить во все города. Поэтому есть такая затея, что, например, в Челябинске, например, в Питере, там, в Узбекистане собираются группы, я сижу у себя в офисе и провожу тренинг именно через интернет. То есть вот это есть в планах, мы это все разрабатываем, просто на это уходит очень много времени, это огромный труд, поэтому это чуть позже. К сожалению, времени у меня не так много, поэтому мы немножко двинемся дальше. Сегодня я хочу вкратце рассказать, как правильно себя позиционировать в сетях. Потому что это проблема. Потому что ко мне присоединилось где-то 800 с лишним человек ВКонтакте и 700 человек в Фейсбуке. Там такое происходит. Я прошу прощения, если я кого-то задену сейчас, потому что на самом деле это, можно сказать, зоопарк. Социальные сети – это такой источник, где человек непосредственно соприкасается с вашей личностью, и то, как вы себя спозиционируете, напрямую повлияет на результаты вашей деятельности. Чтобы продвигать свои товары и услуги в соцсетях, необходимо обладать высоким уровнем доверия. Вот есть такая шкала. Я нарисую ее небольшую. Вот смотрите, это время. Время. А это шкала доверия. Вот когда вы создаете что-то, у вас ноль, да, правильно? Только вы, например, зарегистрировались, у вас ноль. Вы можете не зарисовывать, важно понять. Важно понять, насколько вы дадите возможность людям доверять вам. Оно у вас так и останется в нуле? Или у вас оно будет вот так подниматься? Потому что время-то растет, время не стоит на месте. Я не знаю, сколько у вас времени, у меня время ограничено, а для меня время деньги. Или оно будет расти вот с такими темпами. То есть очень зависит от того, какой уровень доверия вы туда внесете. Потом смотрите дальше. У меня вопрос к залу. Поднимите, пожалуйста, руку те, у кого из вас есть друзья в сетях. Есть, спасибо. Вы регулярно заходите на свою страницу? Подняли руку. А регулярно отвечаете на ответы? Так, вот обратите внимание, очень мало рук, кто регулярно отвечает. Скажите, пожалуйста, вы каждому из друзей заходите на страничку каждый день? Нет. Нет? Нет. А как вы думаете, может это потому, что этот человек не настолько интересен? Может быть, там нет никакого обновления? Может быть, это просто у него одно и то же стоит? Ну и что туда заходить? Ну и зачем? Ну, я посмотрела, это все осталось навеки вечные. Согласны? То есть это вот играет огромную роль. А у кого есть друзья, с которыми вы даже не заходите и не хотите общаться? Бывает такое? Бывает. И бывает очень часто, что если даже вы туда заглянули, вы их удаляете из друзей. Есть такое? Есть. Потому что это не ваши ценности, это не ваше направление. Это... Вам вообще, вы, когда на вашей страничке вдруг обновление происходит, что написал этот человек, у меня иногда волосы дыбом стоят. Потому что для меня важно, с кем я дружу не только в жизни, но именно в сетях. Кто это? Все просто. Вам нужно стать тем другом, которому будет заходить, который будет интересен и полезен. Всегда ставьте себя на место человека, который пришел на вашу страничку. Задайте себе вопрос, что ему нужно увидеть, чтобы убедиться, что вы эксперт в своем деле. Напишите этот вопрос. Что ему нужно увидеть, чтобы он убедился, что вы эксперт в своем деле? Сейчас параллельный вопрос. Я не буду просить поднять руку, но я прошу, чтобы вы сами заглянули в свою душу, в свое «я» и подумали, являетесь ли вы экспертами своего дела? Если вы не являетесь экспертами своего дела, подумайте, что нужно сделать, чтобы стать экспертом своего дела. Чему нужно обучиться, какие компетенции подтянуть. Задайтесь этим. Итак, что же нужно, чтобы поднять уровень доверия к вам? Первое. Так, я переверну, хорошо? Первое. Красивая фотография, красивое фото
вспомните, какое фото у вас стоит на страничке. У кого-то в шортиках, у кого-то в купальнике, у кого-то кошечка, у кого-то бабайка. У по-другому назвать невозможно, что там непонятно что. Первым делом с того, когда я начала позиционировать себя в сетях, я удалила все фотографии, которые не соответствуют моему статусу. Это первый момент. Второй момент. Мы наняли профессионального фотографа, который сделал мне фотосессию. Сейчас я вот эту... Прошу прощения. Те, кто заходил ко мне на страничку, они видели, что у меня совершенно другие стали фотографии. То есть специально сделана была фотосессия, фотографии, которые соответствуют моему статусу, соответствуют моему внутреннему миру и всему остальному. Я не буду показывать другие фотографии, я оставлю это. Следующее, что вам необходимо сделать, это обязательно полностью заполнить поле личной страничка. Знаете там? Заполненное поле. Посмотрите, какая музыка у вас там стоит. Какие у вас фильмы там стоят. Кто вы? Я человек. И все. Как вам могут заходить, если у вас там нету ничего? Обязательно должно быть ваше имя и фамилия, день рождения, семейное положение, контактная информация, жизненная позиция, интересы и хобби. Я вставляю туда телефон. У меня есть, знаете как, я завела себе телефон, который знают все. Я его оставила рабочим. Лично у меня для моих близких. А вот этот телефон, он светится везде в сетях, и ко мне может позвонить любой человек. Я продвигаю это. Для меня это важно. Человек должен видеть, что вы интересная личность, развивающаяся в различных направлениях. Личная информация – это большой плюс повышению планки доверия. Третье, очень важно, аспект – это ваши фотографии. То есть не только личное, ваши фото, ваши фотографии. Это альбомчики, я про них говорю. Альбомы, фотографии, в них должны соприкасаться с вашей деятельностью Фаберлик. Выкладывается фото с семинаров, тренингов, различных мероприятий, подчеркивающиеся профессиональную деятельность компании. Также выкладывайте фото из личной жизни, семейные фото. Это очень большой плюс к повышению доверия. Если вы путешествуете, обязательно выкладывайте эти фотографии, потому что люди будут видеть, что у вас есть такая возможность, что вы успешный человек. Я это говорю для тех, кто хотел бы именно в интернет-технологиях справляться, двигаться и делать именно свой бизнес. Для многих людей путешествие – это очень важный фактор вашего дохода. Четвертое. Научитесь записывать видео. Напишите «записать видео». Компания нас к этому приучает. Записывать видео. Свое видео. Не важно, что вам страшно. Не важно, получится у вас или нет. Но перепишите несколько раз, какие проблемы. Но когда вы будете выкладывать свое видео, человек будет воспринимать, как будто бы вы рядышком с ним. То есть он будет видеть вашу энергию. Он все равно через видео передается это. И если он увидит, что вы интересны ему, то он обязательно будет с вами дружить, он будет приводить своих людей, он будет продвигать ваш бизнес и будет приходить в ваш бизнес. Следующий пункт – это самый важный на вашей странице является стена. Стена. Просмотрите свою стену на страничке, что вы там делаете. И делаете ли вы что-нибудь. Стена? Так, секунду. Вот если я двигаю, вот это стена. Вот стена. Например, каждое утро или через день я делаю такую интересное какое-нибудь высказывание и обязательно записываю туда, вставляю какую-нибудь там музыку, например, чтобы она была интересна. Ага, плохо грузится. Чтобы людям поднимать настроение. Thank you.
вносить позитив. Когда был день защиты детей, то я выкладывала музыку, именно детские песенки, сказки. Это было так интересно, потому что огромное количество людей присоединялось на это. Когда, например, знаете, как романтическое какое-то настроение, почему бы не сделать и не поздравить. Но это я про музыку показала. Потом на стене может быть обязательно от компании Faberlic или ссылка вот на вашу какую-то страничку. То есть, видите, здесь же соцопросы, вот они. Все, обожаю продукцию нашей компании, 17 лайков. Вот, видите? Те, кто приходил ко мне в контакт, видели вот это, например. И тут же стояла именно ролик наш, какая удивительная наша продукция, именно серия Дом. Ну, то есть вот, просто запишите сейчас, что необходимо. Вы на ней пишете, и как часто напрямую, так, сейчас. Вы должны приучить себя хотя бы раз в день оставлять посты на стене. 60% информации должно быть связано с вашей деятельностью. 60% с вашей деятельностью. 20% личной информации, которая с вашей жизнью соприкасается. И 20% это мотивирующих постов, после которых людям очень интересно, весело, здорово. Уровень доверия человека повышается, когда он получает от вас ценную информацию. Давайте человеку много бесплатной информации, ведущей его к результатам. Вспомните о духовном законе: чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Постепенно вы выстроите отношения с людьми и тем самым повысите уровень доверия к вам. Потом есть такой еще момент. Вам необходимо как минимум 20 человек присоединять. Следующий пункт – это 20 человек присоединять ежедневно. Шестой пункт – 20 человек присоединять ежедневно. Присоединение. То есть приглашать их к себе в группу. Составляете какой-нибудь пост, который в ваших традициях, в вашем состоянии. Что вы хотите предложить этим людям? Может быть, эти люди будут именно вашего направления или подобного. Приглашайте группу к себе на страничку, в друзья, и потом уже они, когда смотрят вашу страничку, они уже реагируют совершенно по-другому. И добавляйтесь в друзья, задавайте вопросы. Если не знаете, как меня найти после выступления, я буду раздавать свои визитки. И хочу вам сделать один такой маленький подарочек, чтобы показать вообще, как это выглядит. Как это выглядит вообще то, чем мы занимаемся. Свет выключите, пожалуйста. Приветствую вас. Работая в компании Faberlic, я столкнулась с огромным множеством проблем сетевиков, не позволяющих подняться им на новую ступень, добиться успеха, финансовой независимости и делать бизнес, о котором всегда мечтали. Вы делаете очень много действий, но они не приводят к желаемым результатам. У вас создается впечатление, что вы один, и вам никто не помогает. И вам уже хочется все бросить. И что-то подсказывает вам сделать еще один рывок и все же добиться успеха. Тогда это для вас. Я начала разбираться, что же в действительности приводит успешных людей к достижению столь невероятных успехов. И я осознала, только ежедневные правильные действия просто как следствие обрекают человека на успех. Знаете ли вы, как правильно проанализировать свои действия? Что убрать и что добавить? Как определиться с целью не свернуть, если наталкиваешься на проблемы? Как расставить приоритеты и прописать бизнес-план своей деятельности? Как спланировать свое время для эффективного результата? Какие методы и технологии приводят к увеличению коэффициента полезных действий? Как разбить свою структуру на целевые группы и определить будущий лидерский корпус? С полным списком таких методов я ознакомлю вас чуть позже. По роду своей деятельности я столкнулась с очень грустной статистикой. Огромное количество консультантов брошено своими наставниками и просто не получает поддержку и ответы на эти важные вопросы. Основное количество из них не имеют возможности посещать крупные мероприятия
и серьезные тренинги, так как стоимость таких тренингов им не по карману. Да и выезд в другие города является проблемой. Поэтому я задалась целью по созданию видеокурсов и онлайн-тренингов, с которыми можно работать, где бы вы ни находились. Итак, давайте познакомимся. Меня зовут Курячая Татьяна. Мне 45 лет. Я являюсь сертифицированным бизнес-тренером компании «Фаберлик», руководителем двух представительств в своем городе. Средний групповой объем моей структуры квалификации старшего директора составляет 13 тысяч баллов в месяц. В 2012 году мой доход составил более 1 миллиона рублей и продолжает непрерывно расти. В моей структуре 1400 консультантов и прибывает от 40 и более новых ежемесячно. Более подробно вы можете познакомиться со мной на моем блоге tatyanakurячая.com. У меня есть опыт и план реальных действий, которым я с радостью готова поделиться с вами. Всего за 3 месяца пошаговое выполнение моих методик приведет вас к выполнению квалификации директора. А передавая эти знания своим лидерам, в вашей структуре вырастет как минимум еще 1 или 2 директора в следующие 3 месяца. А если вы будете четко идти по этому плану, то уже через год вы можете вырастить от 3 до 6 директоров. А это доход от 100 тысяч рублей в месяц плюс бонусы от 800 тысяч рублей в год. Вы можете собрать слаженную команду единомышленников, работающих как часы, не строите систему дубликации и постоянно растущей геометрической прогрессии структуры. Вы готовы к таким результатам? Тогда прямо сейчас введите ваше имя и имейл в форму справа. Нажмите кнопку «Получить уроки», и уже через несколько минут мы вышлем вам первый бесплатный урок. Не теряйте ни минуты, и уже очень скоро мы с вами увидимся. С вами была Курячая Татьяна. До новых встреч, дорогие друзья! Спасибо огромное. На самом деле, есть такое правило, что если вы чего-то хотите, то этому можно научиться. Мой отец мне всегда говорил, его сейчас нет, много лет со мной, но я всегда об этом помню. Если вы стучитесь в одну дверь, она не открывается, стучитесь в другую. Если она не открывается, стучитесь в третью. Если та не открывается, стучитесь до тех пор, пока у вас не получится. У меня структуры в Германии, в Финляндии, в Америке и в других регионах. И вот ради них и ради тех, которые желают, мы создали вот этот курс. И он будет двигаться дальше. Спасибо вам за внимание. Успехов вам. И чтобы ваши двери всегда открыты.